Шалом, друзья. Наша жизнь, как этот фонарь, незажженный. И не приносит пользы, мало пользы от него. Он красивый, да. Но только Господом зажигаются наши светильники, и наша жизнь изменяется, и этот свет виден вокруг. Вот. И мы поздравляем вас с Йом-Кипуром, чтобы в этот праздник, значит, мы все задумались о нашей жизни, что только Бог дает этот свет, и этот свет приходит в жизнь и освещает наши жизни, и вокруг виден этот свет.